Вас приветствует магазин Понимат 24, и как вы, наверное, догадываетесь по упаковке, у нас сегодня байкальское изделие. Оно довольно любопытное, выполнено в стилистике стимпанк. Комплектуется самим девайсом, двумя накладками на ручке, многоразовыми баллонами, инструкцией. О самом пистолете. Газобаллонный спортивный пневматический пистолет МР-657 разработан с учетом требований и рекомендаций ведущих тренеров Стрелкового союза России и предназначен для начального обучения спортивной стрельбе и клубных соревнований. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям правил соревнований по стрельбе в классе стандартный пневматический пистолет и может применяться как для тренировочных, так и для соревновательных стрельб. Необходимые технические характеристики, предъявляемые к оружию данного класса, достигаются за счет применения магазина специальной конструкции высококачественного ствола с дульным сужением, аналогичного применяемому в изделии МР-46М, и теплообменников. Это позволяет пистолету демонстрировать высокие характеристики кучности стрельбы при сравнительно недорогом, безопасном и простом в эксплуатации источнике энергии – одноразовом баллончике CO2 с массой газа 12 грамм. Кроме того, изделие комплектуется перезаправляемыми емкостями для CO2, что также может снизить стоимость выстрела. Спусковой механизм пистолета имеет регулировку предварительного хода спускового крючка и усилия спуска. Прицел оборудован микрометрическими винтами регулировок положения целика по вертикали и горизонтали. Удобство использования и эргономика обеспечиваются ортопедической рукояткой и возможностью установки дополнительных балансировочных грузов на планку Пикатинни стандартного размера, выполненного на кожухе ствола. Заправочное устройство, кстати, к пистолету не поставляется, продается отдельно. Много по характеристикам, калибр 4,5 мм, начальная скорость полета пули не менее 120, длина ствола 230, дульная энергия до 7,5, усилие регулируемое, количество выстрелов с одного баллончика не менее 60, габаритные размеры в миллиметрах 340, 170 на 50, масса не более 0,8 кг. Для тех, кому девайс интересен, ссылочка для вас, как всегда, в левом верхнем углу. Это был магазин Пневмат24. Спасибо за лайки, за просмотры. До новых встреч!